Да, вот он, рандом во всей красе. Сейчас эти последние ортуды едят и к нам приедут. Чё-то тоже жрать захотел. Чё-то сильно жрать захотел, я оленя сейчас сожрал. Заказать что ли? В Диаривере или в Яндекс.Харчах? В Диаривере. Не, в Харчах. В Диаривере. Как раз супер быструю доставку опробую. Говорят, прям вообще моргнуть не успеешь. Доставка! Не, ну как бы быстро, но вы мне оленя сломали. Ещё какого-то подгорелого привезли. И салфетки с колы где? И кто светит? Ну все, седьмой далеко. Ага. И чё, арта бежит? Ты ж ты куда намылился, алё? Падла квадратная. Может, он правда намылился? Ну что, на дне лучше смоется. Песочком оботрёшься. Уж грехи смоешь заодно. Ну что, никого не будет сегодня? Вы что, ещё тормознее, чем мои союзники? Никак доехать не можете? Тут заряжен, опасен. Бесстрашен. Где-то спагетти. Спасибо. О, я чуть-чуть подогрею макарошку. Все, паста на пердучо бамбучо готова. Забирайте на третий столик. Все, никого не будет. Будет. Не будет. Конечно, готов. Куда он денется? Ух! Конкурент! КВ-2П! Вот у меня в ангаре такой есть КВ-2Р, Рагнарёк. А это КВ-2П. Ты чё, больше не в кого кидать, что ли, а? Говнари, одна кнопка, тут они! Ну ладно, хрен с вами. У меня тут охота. Кысь. А КВ-2П, между прочим, это потому что... ПОШЕЛ НА... 4, 3... Чё? 2... Чё 2? 1... Ты чё считаешь там, Не понял. Смешно тебе, да? Приезжай сам теперь, кресло стирай! Поглубже в куст. Мухельку. Разбирайте, он на гусле, алло. За горло. Кто? Кто? Ах ты тварь! Ай-яй-яй-яй! Тихо, перестаньте. Все, отстали. Отстали, я... Да хорош! Тихо! Да убьете меня, хорош! Шпиц этот еще откуда вылез? Ты псина! За тебя все! Не, ну в принципе здоровье еще как у коня. Кому еще ебать переломать? Тысик. На тебе! На 20 урона. Как тебе, а? Вкусно? Обосрался, поди. На тебе еще раз. Чтоб прям вообще наверняка напугал. А че ты толкаешься, толстожопый? Леопард. Ты ж ты не один здесь. Я ж не такой маневренный. Благо арты нет, сейчас бы нам чемоданов накидали здесь. Таким петингом. Это тут. В смысле? Чё, ТС за елкой прятался? Я думал, только у меня союзники такие кретины. А сейчас важное объявление для тех, кто оставлял свои ники под прошлым роликом. В конце этого видоса, как я и обещал, будет розыгрыш. Так что не переключаемся, и пока есть время, пользуемся моментом, нажимаем лайк, подписку, колокол. Ну, кто еще этого не сделал? Потому что нас уже скоро полтинник! И на этот юбилей я, может быть, проведу стрим. Угу. Ладно, продолжаем. Ебрик. Тут у нас кто есть? В смысле? Ну как я стрелять буду опять? Нормально так залез. Да чё с этой калиткой не так? Да отлепись! Отлепись, я играть хочу! Отлепись, сука! Отлепись! Да чё за хуйня с моей жизнью такая, а? Спасибо. Уже поздно. Переиграть перехотел.
Как удобно, что прожито низкий такой. Еще и светит. Еще ему прилетит в случае чего. Я не вообще не при делах. Бежит. Надо отойти от света. А вот здесь выбегай. Бегай, вылетай. Орел. Давай, вылетай. Нихера себе буквально как. Вот и все. Долетался, летчик лисица. Ну, наверное, даже не видишь, да? А зря. Хай. Пуслю. Так, аккуратно. Работает спецназ. Просьба не повторять дома это профессионалами все. Что? Ты что делаешь? Поставь, я взял! Это был специально отточенный прием ниндзи. Ага, а где я? А нету! А ниндзя спрятался! Не ожидал он такого. Как я и мой стул. Вот это ты, конечно, мощно придумал. Жопой к 3/4 хэва подъехал такой. Чё тебя не... Да. Видимо, я допизделся. Ну, нормально. Не свечусь вроде. Сильно только не закатывайся, там камушек. А ты не хочешь, да? Ты просто стоишь. Не сгуслёйся. Как ты попал-то на ощупь? Ё, у мамы снайпер, блядь. Да. Меткостью тебя одарили, братан. А вот инстинкт самосохранения не выдали. Опа, носатый. Ну, я с фугасом. Давай, носатый. Сломай самолет. Ты же меня убить хочешь? Ты за этим сюда пришел? Самолет сломай, говорю. Спасибо. Такой послушный. В знак благодарности я тебе передаю свое большое, искреннее. Жопу пососи! Там 45-рик, слышь? Мы его с двух снарядов должны забрать. Ты где там? Ты что такой медленный? На газу, что ли? Соляра не было. Давай, ей. Вижу. Все, первый коронный. Закапывай. Второй похоронный. Ритуальные услуги, ебать копать. Опа, конкуренция. Жирная. Сейчас посмотрим, у кого бревно толще. В смысле? Слышь, бездюк, ты чё только от бабушки с деревни приехал? Чё такой жирный? Как ты собой УИ закрыл? Не нравится мне эта карта. Вроде аккуратно едешь, прям по дорожке. Но техника-то резвая, быстрая. Задерживаться нельзя. Чуть-чуть сна... Ай, так, ёлки, какие-то, сука, чё, блядь, происходит? Да когда ж тут отбойники-то поставят? Сколько можно тут дохнуть? И снова всем привет, мужики и мадамы. Да-да, на этот раз моменты были с небольшим налетом пыли. Ну а что, их выкидывать, что ли? У меня тут в архиве просто залежались еще фрагменты, которые я еще не использовал. Это чисто моя дичь, она как бы уже актуальность теряет из-за того, что оборудование 2.0 ввели, скоро там экипаж 2.0 будет. Поэтому в этом и следующем ролике я все остатки убираю, обнулюсь, так сказать. Ну и в следующий ролик, возможно, что-то зайдет из стального охотника. Пока еще ничего дикого не случилось, но возможно, что-то будет. А еще нас уже почти 50 тысяч. Вот чуть-чуть дожимаем, и я проведу стрим. Я сначала хотел какой-то самопоздравительный видос записать, типа как на 10 тысяч делал. Но я думаю, актуальнее будет это сделать на 100 тысяч. Потому что первая прям большая ступенька сейчас уже прям вот-вот-вот-вот закончится, и начнем шагать к сотке. А к сотке я даже, наверное, получше подготовлюсь и сделаю какой-нибудь рум-тур и что-нибудь еще придумаю. Времени еще до хрена.